Всем привет, друзья, с вами Кассел Драйвер 51 Рус. Сегодня будем обзорить мульт очередной от доктора Дизеля Урал 6370. Будет, ребята, этот мульт приватный. Давайте посмотрим на текстурки, давайте заведем. Свой звук присутствует в моде. Урал Турбо, Вася там на месте, текстурки обалденные, ребята. Салончик, камеры в салоне нет, ну, что-то там по приборке плохо видно. Автор еще дорабатывает данный мод, так что кто желает, можете отписаться автору, ссылка на автора будет под видео в описании. Значит, вот. А так, в принципе, все детальки выглядят прикольно. Моделька офигенная. Симпатичная такая. То есть мод в данный момент в стадии разработки, доработки еще. То есть, поэтому, ребята, кого будет интересовать данная моделька мода, да, пишите автору и уже договоритесь по поводу приобретения, по поводу того, что там доделать надо. Вот, и давайте обзорить. В принципе, по-быстренькому сделаем обзорчик. Сама моделька красивая, приятная, все обалденно. Так, присутствует, ребят, такой аддончик кузов Урал. Грузить не буду, потому что не знаю там как по загрузке. Кузов Урал, к нему также присутствует тент. По прописке аддонов тоже можно смотреть, что все там будет меняться во время всего этого. Так, в принципе, да, классно смотрится. Скидываем кузов, скидываем, ребят, самосвал. Так, выхлоп где? Опа. Выпилотик. Россия вперед, смотрите, да, точка обалденный. Так, снимаем, мы что поставили? Самосвал, да? Цистерна, ребят, присутствует. Такая. Тоже классненько выглядит. Даже не знаю, видел. Прикольная. В принципе. Симпатичная такая цистерночка. Ага, манипулятор. Манипулятор еще не отрегулирован, походу. Так, метан присутствует. Это выход нам снять. Так, манипулятор есть. Манипулятор. Вот. Присутствует, ребят. На метане фигарит. Урачик. Так, что тут есть еще? Крылья есть, ребята. Цепка есть. Цепка, но в цепке пока еще, походу, ничего не цепляется. То есть все еще, ребята, впереди. Получается, что будет все это дело дорабатываться. Цистерна, кузов. Давайте поставим кузов, наверное, да? И стенку где-то был. Это там стоит. Или... А, просто было. Это так было. Так, и тын давайте. Да, и вот в таком исполнении прокатимся по полигону. Да. Еще раз повторю. Ссылка на автора будет в описании под видео, ребята. Поэтому... А, по колесам сюда. Давайте по колесам, по-быстрому. Там тоже все колеса не до конца отрегулированы. Значит, есть такие тапки. Ну, даже, наверное, на таких тапках я поеду. Так. Такие тапочки. Прикольные.
Тут то же самое. Видно, еще были какие-то колеса такие. Давайте поедем на второй. Вот так поедем. Урал 63-70, ребята. Свой учет. Приятненько так машинка идет. Выглядит офигенно моделька. Модель очень доделана, ребята. Когда будет доделана, ребята, тогда уже... В принципе, можете даже заранее, не когда доделана, а можете, в принципе, кого заинтересовала модель, записать. Я звук не отрегулировал. Главное меню. Нет, настройки. Сорян, ребята, за звук. Звук не сделал потише. Давайте повторюсь. Данный мод, ребят, приватный, будет у меня в разделе товаров лежать, ссылка на автора будет там присутствовать, также будет ссылочка на автора под видео на канале, можете по прямой ссылке проходить на данный мод. Значит, мод еще в доработочке, то есть это еще не полностью доделанный мод. Кого не заинтересовала моделька, пишите автор, автор все доделает и приобретайте приватный мод у самого автора. Урал 6370 турбо. Свой звук, анимация карданов, уже свои аддончики уже появились, колесики, анимации руля нету, а так, в принципе, моделька классная. Автор мода доктор Дизель. Все, вроде все сказал. Моделька зачетная. Идет приятненько, тоже такой монстрила такой здоровый. В принципе, обалденно. Обалденно так катит. Такой дурной лифт тоже, рандулетище. Ну, в принципе, я смотрю, он с проходимостью дружит хорошо, проходимость отличная у него. Я думаю, Серега там еще все эти аддончики поднастроит, поднаделает до конца окончательно. Давайте сразу на автомат попробуем. Ух, нифига, он запачкался. Пачкается моделька, все замечательно, все по кайфу. Идет, в принципе, неплохо. Дуй у него, видно, много, смотрите, копает, как шальной. Держу. Обалденно уваливает, ребята, этот аппарат. Вот реально обалденно идет. Подвесочка рабочая, все как надо. Чин-чинарем. Уральчик такой по кайфу, вот реально. Еще раз повторюсь, автор все там во время продажи что-то делает. Как обращаться, как вы интересует, будете. Сразу пишите, поинтересуйтесь, что там, как работает, что там где стоит. Если все там, Серега все подправит. Вот еще, скажем так, что не доделан до конца, но предоставлен на обзор, чтобы уже имели какое-то мнение о данном моде, да, к
кого-то, если заинтересует, можете даже сразу отписаться автору, поинтересоваться по поводу данного аппарата. В принципе, модель очень качественная, обалденная. Единственное, что тут еще как бы что-то не отрегулировано, может где-то какие-то аддоны стоят, может где-то текстурка там в салончике на панельке не нанесена вроде. А так, в принципе, все уже. Так уже, в принципе, ходовой рабочий мод. По мелочам тут подправить. И все. Ой-ой-ой, что-то я протабанил эти ямы-то. Ну да, данный автомобиль не страдает плохой проходимостью, прет нормально, смотрите, вообще ныряет тут, естественно, не на автомате, не на повышайке тут перелитками, да, поэтому все по аккуратности проходит, все как в реальной жизни. Отлично, прошли все эти ямы, на пирамиды эти хиёпса не полезем, так что давайте, я вообще эти пирамиды все нахрен поубирал, бесполезные, по сути говоря, они тут, все, ребят, подвеска тут работает, все прыгает, скачет. Отлично, вот подвесочка показывает, вообще обалденно ходит. И правильно, у него шноркель, видели, где выходит, она над крышей, значит, наверное, там надо поглубже залезть, я думаю, уровень потопляемости где-то в том районе. Прыгнем сейчас, наверное, да? Вау! Вот это. Вау! Вот это да! Вообще монстр. Наподобие вот недавно был, ребят, на обзоре желтый Урал. 65, по-моему, 228, если мне память не изменяет. Давайте сразу, наверное, туда на трассу заскочим. Вот, бахнем скрин. Да, машина шальная такая. В принципе, ей. Писаться бы мне тут в поворот. Ну да, думаю, у меня тут уже скорость должна быть хорошая. 45, 6, 7, 8, 9. Полтос. Полтос, ребята, 51 вкатывает в легкую. Да, я думаю, и больше пойдет, если была бы дорога поровнее. Так что, ой-ой-ой. Офигенно, ребята, шпарит. Офигенная скорость, офигенный аппарат. Опять же, вот мое мнение, я бы вам посоветовал взять. Естественно, кому нравится. Кому нравится, посоветовал бы. Кому не нравится, естественно, не посоветовал бы. В принципе. Как говорится, на любителя все это дело. Еще раз повторюсь, автор мода Доктор Дизель, ребята. Аппарат находится в стадии изготовления. По поводу приобретения, значит, кому понравился, ребята, пишите Сереге, ссылочка будет, значит, под видео на канале и также в разделе товаров у меня в группе. Ссылка на группу будет также в описании видео. Проходите, ставьте лайки, делитесь видео, репостите, будьте поактивней, подписывайтесь в группу, подписывайтесь на канал, будут розыгрыши различных игр, сейчас буквально вот кто еще смотрит уже это видео, перед этим видео можете посмотреть, там идет конкурс у нас по каналу,
будет разыграна игра лицензионная Спинтайрес, кстати, кому интересно. Так что принимайте участие, ребята. И удачка вам улыбнется. Все. Всем удачи, всем пока. С вами был Драйвер 51. Всего доброго.